y'all ready for this? Встретиться с информатором. У нас на это нет времени. Мы копы. Не обязаны задержать преступников. А давай купим тебе красные сапоги и плащ, и ты будешь летать над городом в поисках бандитов. Не двигаться, полиция! Знаете, от чего я сатанею? От таких засранцев, у которых шевелюра гуще, чем у меня. А теперь кругом и руки на капот, пока я вас не обкромсал. Проваливай, свинья. Это он мне? Я в замешательстве. У нас значки и пистолеты. А у тебя отвертка. Ты собираешься с ней участвовать в перестрелке. И потом, свинья – устаревшее выражение. Вы, наверное, с другой страны приехали. Пожалуйста, опустите пистолеты. Полиция разберется, это не ваша забота. А ну, брось. По-моему, надо проявить жесткость. Я не могу драться. Что ты этим хочешь сказать? Самое время объяснить. Встать на колени быстро. А ты ему понравился. Извините, но сначала я должен поужинать. Какой грубиян. Проучи его. Будет сделано. Твой друг любит трудности, а ты? Мой друг предпочитает стиль кантри, а я рок-н-ролл. Что-то я не понял. Так, выражение. Что надо? Чтоб ты сдох. Зачем? Слишком хорошо платят. А, ну а если я плату удвою? Ты молодец. Только денег тебе вряд ли хватит. Посмотрим. У меня с собой несколько тысяч долларов. Вот только бумажник достану из заднего кармана. Глаз с него не спускайте. У меня есть наличные и пластиковая карточка. Танцуем. Забыл, что ты не можешь драться. Просто не имею права. Это противоречит моей религии. Здорово. Я буддист. Понятно, священник кунг-фу. На кого работаешь? Русская мафия. Я ничего не знаю. А ну попробую я. Знаешь русский? Немного. Отвечаю, блюдо, пока я из тебя не выйду. Хороший русский. Да, с африканским акцентом. Он отключился, но напомни ему о его правах.